Яцко, 31-й Владислав Костин и 80-й Денис Гушпит. Вот такой состав Андрей Корниенков сегодня выбрал на старт против «Партизан». Сербская команда. В воротах Ваня Радулашки. Третий – Алекса Челич. Четвертый – Милош Раганович. Шестой – Петр. Много высоких традиционно для сербского футбола. Много высоких и для команды. И может убежать. Может убежать наш игрок. Опасно может быть. Надо забивать. Гол! Забивает! Дан Бацан принимает поздравления. 1-0. Контратака Шерифа приносит результат. Великолепно реализовал момент. Какая скорость. Посмотрите. За спинами двух защитников был Дан Бацан. Перед этой скидкой. И тем не менее убежал. И с гандикапом в метров 2 отправляет мяч в угол ворот наших ребят, приносит результат. А здесь опасно летал мяч. Тем Дежинарь тоже достаточно высокорослый. И смотрим этот розыгрыш. Подача, удар! 2-0! Если не ошибаюсь, автогол это был. Будем разбираться на повторе. Забивает второй мяч Шериф. Просто сумасшедшая реализация сегодня у наших ребят. Дежинарь. Артем Дежинарь, не зря я отметил его перед этой голевой атакой. Ну, буду почаще тогда хвалить по очереди. Да, да. Именно Артем Дежинарь затылком переправляет этот мяч в ворота. Прямо в угол пас. Ну, безусловно, для сербов это самое на раку. Плешка запускает партнера по правому флангу. Прострел. Опасно! Опасно! Успел все-таки. Да. Вот это может быть серьезно. Нужно возвращаться. Удар по воротам! И спасает перекладина. Момент, как удалось все-таки прорваться через центр обороны. Несколько подряд отскоков получились удачными. И прилетает мяч в руки Роману Думенко. Вот опять затолкали здесь, но вырвался из этой кучи малый футболист Шерифа. Удар! И опаснейший момент и в игре. Пока смотрим повтор этого удара. В упор практически с места в касание под штангу бил 18 на брешь в обороне сербы. Подача опасна очень. Думенко в игре. Паром Шебергом Артем Дежинарь и Душан Яванович. Подавать сербы. Подача очень опасна. Фол в атаке. В 2, 2 в 2, уже 4 в 3 атака «Партизана». Очень опасный момент у нас. Думенко! Думенко здесь офсайд, офсайд. Думенко спасает ворота, а потом еще и успевает грозно очень сербам нашу команду. И опаснейший момент. Да, здесь было положение вне игры, ну, у футболиста. Подбор за «Партизаном». Пропускает хитроумно мяч. Ну, выйдет, выйдет Думенко. Опять достаточно грубо играет это предупреждение. Девятый номер. Вот здесь пробрасывал себе мяч и понял, что уже проиграл эту борьбу. И вот здесь пока, даже сегодняшним днем, и очень опасно у нас было сейчас. Никто из футболистов. Уже откровенное хамство и должен, конечно, наказывать за это. Да, получает все-таки свою желтую карточку. 15-й номер Димитрис Янкович. Вот, собственно, за что пришли сегодня, поддерживали
нашу команду. Врезаются тут сразу два игрока «Партизана» в Романа Думенко. Ну, по-моему, здесь очевидно была игра против вратаря. И да, Думенко не смог поймать этот мяч. Ох, как опасно у нас. Штрафной Думенко не смог пробить. Истекли уже 6 минут. Мы смотрим еще раз момент Петровича. А я смотрю параллельно на Каспара Шеберга. Вот здесь еще и передачу сумел сделать на 6 номера. Ну вот, не попал помечать шведский арбитр. Ну а здесь уже драка у нас. Красная карточка. Красная карточка игроку «Партизана». Ну и тут опять у нас продолжаются какие-то разборки нефутбольные. Пошли туда к главному арбитру.